Сегодня на наш обзорный стол попала вот такая замечательная коробочка с замечательной моделью. Отдельное спасибо хотелось бы сказать Андрею, нашему подписчику. Спасибо! Ну и прежде чем приступить, советуем вам обратить внимание на интересный канал, на котором вы найдете материал, посвященный обзорам, сборкам, технологиям. Все это на канале «Армия в масштабе». Заходите, посмотрите. Итак, в данной коробочке у нас представлена модель самолета МиГ-21Р, что означает номенклатура «Р». Это что самолет у нас разведывательный, то бишь разведчик. Масштабчик у нас 1.48, компания-изготовитель «Едуард». И комплектик у нас в варианте «Профи-пак», что говорит нам о дополнительных штуках, содержащихся в данном наборе. Переходим к рассмотрению одной из боковин коробочки. На одной из сторон у нас представлены варианты окраски данных самолетиков для разных стран, в частности, вот Советский Союз. От 81 года вариант камуфляжу. Опять же, всякие там надписи интересные и так далее. Следующая сторона у нас содержит информацию о производителе. Что, чё, куда. Размер модельки у нас, видимо, в длину 330 мм. Размах крыльев 149 мм. В собранном состоянии, естественно. Также у нас есть QR-код на дополнительную информацию, который не работает. И модель у нас изготовлена в 2013 году. Ну а теперь, дорогие наши друзья, мы переходим к обзору содержимого данной коробочки. Итак, в наборе у нас содержатся декали. Декали у нас имеют вот такую вот пленочку, которую можно впоследствии куда-нибудь использовать. Очень интересно, как они предлагают это. В наборе первый раз вижу я такую пленку, достаточно плотную, куда-то можно будет использовать. Печать декалей отличная. Замечательно, ну, в общем-то, это Эдуард, тут и так все ясно. Следующий листик с декалями у нас представляет технические надписи. Некоторые из них даже читабельные, насколько это возможно в данном масштабе. Масштаб 48 проложено просто калечкой. Переходим к инструкции. Инструкция представлена в формате А4 в виде книжечки. Небольшая справочка на английском и чешском языке. Номер модели у нас наборчика, артикул 8238. Вот такая вот у нас отличная бумажка. Здесь все прекрасно напечатано. Все отлично видно. Просто замечательно. Ошибиться при сборке в такой инструкции, я думаю, будет очень и очень тяжело. Быстренько пробежимся по страничкам. Кому интересно, ставьте на паузу, разглядывайте. Ну а мы плавненько переходим к обзору пластика. Итак, первая рамочка из данного набора – это прозрачные элементы. Здесь у нас элементы фонаря, приборные доски, перегородки и так далее. Качество литья очень-очень хорошее. Единственное, что имеется некое такое ощущение, что как будто бы лед на этих прозрачных деталях, причем на основных элементах остекления. Возможно, придется это как-то футурить, лачить и так далее. Но, тем не менее, через этот пластик все хорошо видно. И это замечательно. На этой рамочке у нас содержатся элементы киля, гаргрота и варианты козырька переднего. Литье здесь отличное. Никаких утяжек, ничего нет. Крой замечательный. Клеп присутствует. Единственное, что, на мой взгляд, крой достаточно тонкий и неглубокий, поэтому при сборке и окраске нужно стараться не повредить этот крой, либо дорезать. Крой практически по размерам похож очень на масштаб 1.72, но при этом он очень-очень ровно, все гладенько, как надо. Следующая рамочка содержит элементы
оперение вооружения, видимо, ракет, всевозможные замки подвесов, которых представлено в данном наборе великое множество. Особо здесь и рассмотреть, в общем-то, нечего. Рамка сплошная мелочевка. Следующий летничок у нас содержит вооружение, всевозможные ракеты, топливные баки, контейнеры, контейнер для разведывательного оборудования и фото-видео оборудования и так далее. Качество, опять же, без нареканий. Пластик на ощупь очень приятный, идеальный, можно сказать. Ну, вот эти вот две детали немножечко отходят уже сами от рамки. Устали, видимо. Хотят, чтобы их быстрее собрали. И следующая рамка абсолютно такая же, как и предыдущая. Она ее полностью повторяет. Итак, следующая рамка у нас содержит элементы кабинетика, полик, перегородки всевозможные, стеночки, крыльчаточку, сопло и всевозможную мелочевку в виде всевозможных воздухозаборников. Качество, опять же, очень хорошее. Вообще ни намека на утяжину, ни намека на сдвиг. И, соответственно, никакого облоя здесь нет и быть не может. Ну, Эдуард славится своим качеством. Следующий литник представляет в себе элементы сопла, рассекатели, носовая часть, обтекатель, покрышки, выполненные в половинках, стойки шасси, всевозможные, опять же, мелочевка, створки низ шасси. Вот здесь вот они находятся с этой рамочкой. Все так же здесь присутствуют элементы кресла. Следующая рамочка у нас содержит контейнер для дополнительного оборудования для данного самолета в варианте разведывательном. На прошлой рамке, видимо, это был всего лишь топливный бак. Также здесь содержатся элементы кабинета, в частности, приборные панели в двух вариантах и дополнительный козырек. Створки воздушных тормозов, створки низ шасси, видимо, антенна, качество без нареканий. Итак, подходим к самому интересному. На данной рамочке у нас расположены детали оперения для данной модели. Здесь у нас основные крылья, оперение стабилизатора и створки закрылок. Смотрим с обратной стороны. Качество литья, как я уже говорил до этого, здесь прекрасное. Расшивка замечательная. Клёп также присутствует. Ну, наконец, мы добрались до последнего и основного литника, который содержит в себе элементы половинок фюзеляжа, очередной тормозной щиток, всевозможные панели и пилоны. Качество отличное. Крой, весь который должен присутствовать на этом самолете, представлен. Если его нет, то придется, конечно, дорезать, посмотреть матчасть. Давайте посмотрим с обратной стороны. Все питатели небольшие, все толкатели спрятаны на внутренние стороны. Качество идеальное. Мне очень нравится. И, в общем-то, всем, кто увлекается советской и российской авиацией, думаю, что такой набор очень-очень подошел бы для сборки и, соответственно, коллекции. В наборе также представлены маски для прозрачных элементов, для их окраски. Так как это у нас набор профи-пак, то вот они и присутствуют. Также набор вариант модели в издании, скажем так, профи-пак комплектуется двумя платками фототравления. А на этом у нас сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на канал, добавляйтесь в группу ВКонтакте, заходите в Инстаграм, добавляйтесь в чат в Телеграме. Все ссылочки в описании. Смотрите фотографии и пока-пока!
passenger.